уже не модно. Ребят, всем привет, как дела? С вами Вика. И, наверное, посмотрев на название этого видео, такие типа... Че вообще это творить? Что это вообще такое? Что за фигня она вообще вот этого делает? Что это вообще за фигня? Но сейчас я вам все расскажу. Девчат открывает школу видеоблогеров и устраивает конкурс, в котором победительница станет одной из блогеров девчат. И я решила принять участие в этом конкурсе, почему бы и нет. Первое задание заключается в том, что девочка должна рассказать, почему она хочет стать блогером девчат. Так что я не буду распределять на факты, как делают в основное количество девочек. Я вам просто расскажу чисто от души, чисто про себя. Поехали. Почему хотят стать блогером девчат? На самом деле на этот вопрос очень много ответов. Хотя бы потому, что это очень интересно и весело. Это еще один способ найти очень много друзей и новых знакомств на YouTube. Это помогает нашему самосовершенствованию и саморазвитию, а это уже хорошо. Самое главное, если я стану блогером девчат, я смогу нести позитив в массы, больше позитива людям. Согласитесь, у каждого за день хоть одна маленькая печалька, но случается. А посмотрев мое видео или любое видео девчат, человек заряжается самым позитивом и еще получает что-нибудь полезное. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому поставьте огромные пальчики вверх и поддержите меня ими. Подпишитесь на мой канал, потому что я скоро уезжаю, и будут очень интересные видео. Подпишись, вот ты сейчас вот там вот, да, подпишись, обязательно. В общем, всех люблю, сияйте, пока.